Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за фруктовую Яру, будем бегать, разваливать и веселиться, потому что, ну, очень динамичный персонаж. И скоростью, которую у него дает ботинок, он может нагибать. Но перед этим немножко пройдемся по той акции, очень прикольной, на самом деле, акции, которую вот завезли разработчики. 8 киллс на Фэй. Если вкратце, суть, даже это конкурс все-таки, а не акция. Вам нужно взять Фэй, сделать 8 убийств в бою и скинуть, я не знаю, скриншот или видео разрабом. Скорее всего, скриншот. И можно... И вы получите, в общем, за это 4000 гемов. Тут написано монет, но на самом деле гемов. А если у вас Фэй еще выше 13 уровня, то еще 2000 гемов сверху. То есть 6000 гемов могут челики какие-нибудь жесткие залутать. Но помимо этого всего, еще возможность участвовать по несколько раз. То есть в одном бою вы сделали 8 киллов, да, отправили типа скриншот. Во втором бою сделали 8 киллов, тоже отправили. И так можно хоть по 10-15 раз отправлять. Я так понимаю, это даже увеличит шансы на победу. Ну, вот такой вот обуз небольшой по поводу гемов в текущем реалиях игры. Ну, как говорится, у кого фэй есть, те могут попробовать. Ну, а мы отправимся за Яру. Командные бои, развал кабин. Жесткое, фруктовое, пугайное животное. Именно так. Ой, да, Яра, конечно, классный персонаж, но Ира Зуба сказала, что будет лагать. Итак, ребятки, ну что же, я перезапустил Зубу. Теперь у нас есть, в принципе, шансы залутаться, отлично. Если бы не золотой дробовик, я бы не знаю, как мы сейчас тут тащили. Так, Ярку сейчас тут, наверное, добьем, другую, противоположной команды. Побиваем наших противников, других, которые здесь ходят. Резним Дону. И надо бы добивать Никса дерзкого, который здесь бегает, и лутать копье. Чтобы копьем тоже можно было воспользоваться. Да блин, что не разбежались это? Ну что, нельзя играть командно, что ли? Ну, я ж только что тут резал льва, да? Или кого я там резал? Я уже даже не помню. Гений, я пытаюсь сейчас, наверное, сначала Дону резнем. Потом уже будем кого-то ловить, убивать. Так, этого Никса отпугнем. Ё-моё, там сквад идет. Блин, как же не вовремя аптечку залутал. Капец, ну Брюсик пошел лутаться. Да блин, да... С двух сторон, ну вы что за сквады такие? Офигеть, просто офигеть. У меня слов нету. Надо, короче, наверное, валить. Я не выживу тут, скорее всего. Надо валить, пока есть вот такая возможность. Фух, ну что я могу сказать, ребятки? Обидно, очень обидно. Ну, шансов нету. Вы сами видели, какая у меня была команда в начале. Я просто загрузился в бой. У меня там один сверху умирает, один снизу умирает. И тут еще эти двое тоже умирают. Я такой, ага, понятно. Я сделал все, что мог. Все, на что была способна Яра, конечно, можно было, наверное, больше. Но если бы этот склад сверху не пришел, мы бы изи, как минимум, бы втроем остались живы. Но что получилось, то получилось. Наверное, я сейчас с кустов убегать не буду, потому что зона будет здесь. Сейчас дохилимся и попробуем затащить. Ну, не знаю, что получится затащить. Максимум, наверное, будет 6 место. Может, даже 5, если они там между собой подерутся и одного не смогут резнуть. Но есть вариант интересный. Если я ворвусь в замес двух складов, я могу... что тех вынести за счет ботинка, за счет ускоров, за счет хила. И у меня будет все хорошо. Опять же, тут есть Джейд прекрасная, которая тоже пытается убежать. Возможно, она мне сейчас даст аптечку. Блин. Так, но надо тут аккуратничать. Я, кстати, могу сейчас их вынести спокойно. У меня есть хил. Чисто могу сквад минусануть соло. Норм, да? Прикольно, да? Я тоже так думаю. Вот она, мощь Яры, ребятки. Просто минусим сквад, правда, низких уровней. Но две аптечки мне сейчас могут дать преимущество. Неплохое. Неплохое преимущество, которое я хочу заполучить как раз. Ну, конечно, Никс бэкует. Конечно, Никс бэкует на меня. У него, типа, выбор есть, да? Очень интересный Никс. Опять же, мне нельзя особо бэковать. Потому что вы видели, там и акулы, и Джейд бегают. И все дела. Так, нужно сейчас немножко красивенько сыграть. Иначе у меня будут проблемы серьезные. Нужно сейчас поубивать противников, пока они в зоне. Точнее, ну, пока они на краю зоны. Ну, хотя бы кого смогу. Хотя бы так. Акул с косточкой, понимаю. Я, походу, смогу сейчас затащить, смотрите, ребят. Как вам? Как вам эти мувы мои? Жесткие, да? Неплохо. Так, убиваем. Бака добиваем. Красивенько. Правда, сейчас акул меня может вынести. Но я попробую сейчас его затащить. Там еще сквад, кстати, где-то бегает. Или это эти живые остатки? Остатки живых. Выжившие. Так, нужно сейчас очень красиво маневрировать. И бахать акула через дистанцию. Отлично. Сначала лутаем аптечку. Джейд, кстати, выжила. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вы видали? Я чуть не... Нет, кис. Красивенько.
Ух. Что-то не потно, да? Что-то не потно. Изи, затащим сейчас. Наверное. Все, затащил. Ух. Ну чё, нимба? Не имба. Соло командные бои. А чё, изи же, да? Ну вообще не вспотел ни капельки. Это мне ещё повезло, мне все-таки уровень на Яре 13. Представляете, на день поднять уровень? Ботинок это просто капец какая мощь. Поднять уровень, сделать четвертый слот. Опа, золотая лихорадка. Вот это неожиданно. На два дня, вы это видите, золотая лихорадка на два дня. Такого уже месяц не было, наверное, если не больше. Офигеть. Блин, я не хочу сундуки открывать такие вот. У меня там куча изумрудных есть, блин. Видимо, придется, ребятки, открывать. Хотя понимаю, что лучше открывать сброс акции, но, опять же, когда она будет неизвестна, а тут на два дня золотую лихорадку выбили. Офигеть. Кайф. Ну, в общем, Ярик, качаем четвертый слот, 14 уровень. Берем туда сандалии святого, и это просто такое получается. Я видел, что это получается, это имба, ребят. Вот, как бы, кто что не говорил, но за счет дробовика, за счет дальних навыков, оружий, это лютая имба. Ну, у нас в игре многие имбы, да, только не ближненькие в основном, ну, кроме джейд. Опять же, если у ближника нет скорости, да, он не имба, если есть скорость, то имба. Так, ну что, погнали тащить дальше. Моя команда, командные бои, две Яры. Давай, дабл урон, который не работает. Смотрите, просто не дамажит, кайф. Просто кайф, ноль дамага. А нет, вот, начал дамажить. Так, лутаем лук получше. Так, лутаем. Ну вот кто это сделал, ну вот какого фига? Вот чем мне сейчас драться? Ладно, нужно сейчас пойти залутать хотя бы какой-нибудь, но дробовик и копье. Быстренько причем это сделать. У нас бак умер уже один. Ну, умирает, по крайней мере. Сейчас я быстренько зарезаюсь и побежим его спасать. Так, пока что норм. Хилим бака. Пока что у нас все хорошо. Бахаем в пустоту, не пойми, куда. Вон, там кто-то бегает, точно, вот. А как лев так быстро перемещается, не понимаю. Ага, лев сбежал, понятно. Ну, что я могу сказать? У льва нет шансов. Я его сейчас просто допалю своими навыками прекрасными. Ну, повезло, что мы затащили. У нас были всякие неплохие союзники в команде. Жалко, что легендарный дроп мне не достался. Ой-ой-ой, какие тут жесткие ребятки попались против нас. Надо капканчики поставить. И бахать сейчас просто автоатакой куда-нибудь в ту сторону. У меня, конечно, нету жесткого дробовика, но что есть, то есть. Так, пока что бахаем как есть. Пока получается, неплохо, в принципе. У меня ботинок не использую, это моя ошибка сейчас. Очень серьезная ошибка, из-за которой я сейчас умру. А у нас тут и там... У нас с двух сторон зажимают сквады. Ну, блин! Ну, что с двух сторон-то под... Ой, короче, как всегда. Ай. Ну, вы сами все видели. Тут было нереально тащить. Там умерли, и я такой, ага. А я две аптечки потратил, чтобы резать на твои, которые тоже умер. Обидно. Ничего сказать не могу. Почти, кстати, выполнил квест. На 5 аптечек. Вот, правда, не понимаю, как я выполнил квест на 25 секунд ожидания. Хотя я постоянно почти бегал на Яре. Может, в первом бою как-то выполнил. Ну, в общем, неважно. Фух, ладно, погнали, следующий бой. Бывает, конечно, да. Два боя подряд. Самая лучшая команда. Ну, в этот раз была нормальная команда. Просто с двух сторон зажали, да. Опять мы в этом кусте. Да что ж такое-то? Что так везет мне на этот куст? Как вы думаете? Так, я ж, понимаете, что вы понимали, я три боя подряд в этот куст попадаю. Три боя подряд. В первом бою я сюда попал, только чуть повыше. Ну, меня там выкинуло, вы видели. Второй бой сюда же попал. Третий бой сюда же попал. Вы баланс? Серьезно? Очень интересно. Очень. Не подкрученный, как говорится. Ладненько, нагибаем дальше. Яра магиот. Бери аптечку, Никс. Что ты... Ой, какие бесполезные в Никсах. Лев у нас залутал легендарный дроп, что ли? Серьезно? Блин, какой меткий. Ладно, хоть копьем попаду. Не? Не попал. Красавчики просто. Так, Никс тут вроде кого-то убил. Ладно, без разницы. Пока постоим с основной частью команды, чтобы... О, а сейчас я наперед бахнул нормально. Дальности не хватает, капец. Хотя у меня дальности прокачаны. У льва легендарная граната. Эх. Видел бы этого легендарного бота пораньше. Возможно, сейчас бы бегал с чем-нибудь интересным. Так, ну льва мы пока что подсейвим. Опять же, у меня активный первобытный инстинкт есть на Яре. Это позволяет мне использовать Яру получше немножко, чем можно было бы. Резнем наших гениев на Никсах, которые здесь бродят сами по себе.
Ну и тут добьем, тут, ну, акулы с солевом, видите, адекватные попались. Может, похилить их немного? Пока что. Чтобы они там не бахали. Так, ну и побахать, вон в акула можно бахнуть немножко. И копье сейчас залутать, но главное. Так. Бахаем туда, в ту сторону, чтобы... Да чего они такие дерзкие? Смотрите, просто бегут и лутают. В наглую. Офигеть, чтобы я-то был такой дерзкий. Так, ладно, у нас тут умер акул прекрасный. А я его сейчас прям резнуть не смогу, хотя нет, смогу. Так, Никса мы резаем. Точнее, Никс помогает нам резать. Кролика Скиппи надо додушить тоже, попробовать. Или, по крайней мере, сделать вид. Но акул, конечно, быкует. Чересчур быкует. Не надо было так быковать акулу, очевидно. Очевидно, не нужно было, но... Это же акул, да. Я сам на акуле быковать люблю. Кстати, надо будет на акуле поиграть, он такой классный. С феромонами просто такая лютая имба. Ну вообще, большинство персонажей с феромонами становится лютным бой. Панда, ну куда ты бежишь, ну? Мои любители поубегать. Никс умер. Да как они это делают? Вот я не понимаю, ну зачем? Ну зачем просто брать и идти в зону умирать? Ой, ладно, лев, надеюсь, ты хоть не умрешь. Я их там хилить не буду, потому что... Ой, сейчас они там вдвоем умрут, чекайте. Просто чекайте, они сейчас, эти гении сейчас там вдвоем умрут. Да забудь ты про Никса. Там видно, что человек не дружит с головой. Смысл его было вообще списать. Заметьте на этот хил, посмотрите, у льва вообще хпшка не двигается. Просто вообще в ноль. Куда ты собрался, акул? Очень интересный акул. Ан, похилим немножко льва. Ну, что это за хил такой странный? Ну, посмотрите, просто не двигается хп. Вообще. Жесть, просто жесть. Да я возьму, что ты? Быкующий лев, давай, подхилю тебя. Кстати, походу против зоны неплохо работает, кстати, хил. Осталось против нас немного противников, но они... О, любители кустов. Любители кустов. Все, нету больше любителей кустов. Умерли, умерли любители кустов. Так, залезаем лишнюю аптечку, чтобы не досталось противнику, который любит кусты. Ай, капец, конечно, он будет в зоне уворачиваться. Да хватит уже. Просто дерись до конца. Не, зачем? Мы будем бегать, мы любители кустов, да, именно так. К сожалению. Где последний гений? Снизу, да? Прячется, вон он. Панда, панду. Видали, кстати, как красиво отпрыгнула? И в зоне умер. Ой. К чему он тянул время, я не понимаю. Ну, он, конечно, на панде. Но все равно, к чему? Странные игроки. Блин, я аптечки не завязал. Надо было 5 штук. Ё-моё, забыл про них. Ну ладно, это уже как-нибудь в следующий раз. А ну все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такая вот Яра. Необычная, крутая, мощная, жесткая Яра. Да. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.